скажет. Санек, пользуясь случаем, передаем привет. Отлично. Тут не вырезал нас. Всем привет. Погода сегодня не очень. 21 октября. Это вторая охота загонная у нас в Калининграде. Скажем так, с моей стороны, то что я снимаю. Первая охота, даже не стал ничего монтировать, потому что не было ничего вообще. Как вместо печенки в автобусе жарили грибочки. Грибочки, конечно, получились вкусненькие. Вот, кадрик можете посмотреть, где мы в автобусе сидим, балдеем. Погода тоже была ветреная, офигенно, но ничего. Две косульки тогда выбежали, но это было в ту субботу, в эту субботу. Мы ходим по полигону, будем ходить. Лицензия у нас лось, взрослый лось, молодой, но только два коллектива стреляют. Косули и олень еще есть. Что будет, пока не знаю. Сейчас заходим на первый номер. Камера он только открыл, уже грязная. Короче, что получится, то получится. Не знаю, что получится, но... Надеюсь, что-то будет, что показать. А то как-то погодка вообще совершенно не шепчет нифига. Холодно, ноги, руки дубеют. Дождь. Может, даже и оставлять камеру не буду, потому что, блин, жалко. Ладно, как говорится, погнали и поглядим что-нибудь. Да, хороший зверек. Будешь вот такой дым? Да, да, да. Ну что, оленя видел? Да видел, да. Конечно, я даже думал. Он вышел от меня вот так вот напрямую, прям на меня. Метра 70. Вот так вот стал. А в загон куда стрелять? В загон, что ли? Ну что, из него стрелять? Из карабина, да? Я еще камеры не расставил, думал, блин, присядь камеру взять. Блин, буду шевелиться, убежит, а он стоит, прям смотрит на меня, так он. Ну, на GoPro, что его, может быть, силуэт будет виден, но... А пошли. Хотел камеру достать, но, блин, навел в рюкзаке, не стал шевелиться. А так как хороший олень, красивый, большой, блин. Рога не высокие, так чуть-чуть выше ушей. Ну, рога, да, небольшие. Да, но сам он такой мощный, классный. Собачку. Ну, пришел к нам олень, что? Видел олень? Конечно. А что, не можно было стрелять? Так, загон. И вот как? Ну, загон шел, как, да? Машина. Не, из загона пришел, вот именно стоит перед нами. А что, из загона? В загоне. В загоне стоял? Да, в загоне стоял, да. Это у них как?
На этот самый, на... Сюда он попал, но камера, я был дождь, я не стал расставлять тоже. И стояли пока, ну, пришел, выпущен глазами. И смотри на меня, и на соседа, блин. Его далеко, блядь, он далеко не ушел. Он утром пришел сюда, и увидели, как тут. Ну, он потом побежал и вот в сторону дороги. Тут я думал, сейчас надо поставить построить. Большой, да? Да. Ну, рога такие, чуть больше ушей, но сам такой мощный. Мощный. Три. Лоси, да. Только у них нет лицензии. Лобыкин, Лобыкин, блядь. Сколько еще осталось? Такие лоси, он, кстати, большие. Классные. Только у них лицензии нет. Блядь, сказали сюда идти. Матрас там нагревается, камни, ну, да, камни, да. Камни. Вот ты в баню пошел, камни, это на море взял камни, где-то там, они нормальные.